подписчики, гости моего канала. С вами я, Елена Викторовна. Знаете ли вы, что такое анбоксинг? Вот сейчас мы с вами займемся анбоксингом. Что это такое, мне рассказала мой логопед, которая работает вместе со мной, моя коллега. Оказывается, анбоксинг – это распаковка товара на камеру. Сегодня мне подарили замечательный подарок. В целях моей безопасности, чтобы я не лазила на стульчик, на табуреточку, еще на что-нибудь достать до потолка, либо полный люстру, либо залезть в шкафу, убраться. И мне сегодня подарили вот такой замечательный подарок. И мы с вами сейчас будем проводить анбоксинг. Обожаю вот эти штучки, которые... тоже, да, лопается. У меня была стремянка, но она у нас была старенькая и шаталась уже. И я ее вынесла в подъезд. Пойду и выброшу мусорку. И один раз вышла из квартиры, а моей стремянки там не было. Я что-то взял. Прошло дня два. Я еще так подумала, ничего себе. Соседи забрали мою стремянку, хотя она мне не нужна была, в принципе. Но все равно осадок такой какой-то оставался. Дня через два или через три мне ее вернули обратно. Попользовались, видимо, и поняли, что она сломана. И вернули назад. Вот. Необходимое, потому что я лично куда-то лезу, лично мне что-то надо помыть, убрать. Стремянка, конечно, мне необходима. Сегодня мне вот такую подарили стремяночку. Синенькая. Любимый цвет. Такая замечательная. Так, тут что у нас положено, да? Ага, да. Крепкая, устойчивая вон какая. Так, 4 ступени, 150 килограммов нагрузка. Лестница себе, легкая, российская, стальная конструкция у нее. Ну, давайте попробуем, докуда я смогу достать. Ну, я вижу, что я уже спокойненько достану до своей люстры, например. Вот, независимо от того, еще даже одна у меня за ступенечком в запасе остается. И, в принципе, могу потерять свою люстру. Лазить уже спокойно, не боясь, не шатается, все хорошо. Вот такое у меня сегодня приобретение. Спасибо огромное за подарок. Целую, люблю. Замечательный подарок. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии.